Рад приветствовать тебя, уважаемый зритель, на канале «Рациональная нумизматика». В моих руках сегодня достойная монета, чтобы немного вам рассказать о Софии Фредерике Анхальт-Цербской, лютеранке, то ли прусачке, то ли полячке по происхождению, более известной как Екатерина II. Сама монета находится в слабе НГЦ с грейдом МС-61, а это рубль 1776 года. Рассказывать о красоте этой монеты словами нет смысла, вы все это можете увидеть на своих экранах, можете увидеть штемпельный блеск, все технические характеристики монеты я вам обязательно предоставлю сейчас на экране, но хочу поговорить о самой правительнице, о ее эпохе, о ее влиянии на царскую Россию. Большинство историографов, советских, русских, называют Екатерину Великой. Но в чем же это величие представлено? Как это можно измерить? Как это можно проанализировать? Давайте посмотрим таким образом. Российская империя в то время приобрела много земель. Хотя для поляков, например, это была национальная катастрофа. Я имею в виду разделы Польши. Давайте же посмотрим на жизнь широких масс жителей имперской России. Для дворян, для духовенства, для людей, которые были, скажем так, по-современному в высших эшелонах власти, абсолютизм, который расцвел при Екатерине II, был очень позитивным. Они разбогатели, укрепили свою власть, влияние. Но если посмотреть на жизнь простого крестьянина, это был кошмар. Лучше всего этот кошмар объяснить современному человеку. Массово распространены были примеры, когда крестьяне целыми селами, целыми уездами передавались от одного помещика, одного дворянина другому или продавались. По сути, как скот. Современному человеку это довольно сложно осознать, понять, как такое может происходить. Но в то время, наверное, все же это было для высших слоев общества, которые имели влияние, имели серьезные средства, это было нормально. Для современных людей это ужас, причем абсолютный. Что касается культурного развития. Да, в то время культурное развитие было. Почему? С самого детства Фредерика София изучала и английский, и итальянский, и французский языки. Она изучила русский язык. Там довольно интересная история, даже связана с тем, как она его учила. Перед открытым окном, перед морозным воздухом она заболела. Потом тяжело, когда перешла из лютеранской в православную веру, излечилась, сразу обручилась. Но я не хочу вам рассказывать весь исторический путь. Это все можно спокойно почитать в Википедии. Я всегда топлю за то, что любая монета, она как бы слепок эпохи. Эти события прошли, но мы, как современные люди, держа в руках эту монету, можем осознавать согласно нашего понимания, что хорошего и плохого сделал тот или иной правитель. Нету правителей абсолютного зла. Ну, если не говорить о Гитлере или тому подобных правителях. Даже Наполеон для французов в то время не был таким злом, как мы привыкли себе понимать это в наше время, как показывает это наша историография. Так вот, каждый правитель в свое время использовал в государственном управлении те или иные механизмы для достижения определенных целей. В то время было очень амбициозной целью расширять постоянно границы государства, культурно влиять, способом военного рычага силы, прямой или мягкой силы влиять на другие государства. И в этом деле как раз Екатерина II, она была довольно серьезным игроком на мировой арене. Что касается ее личной жизни, этим всем добром забит интернет, можно почитать. Количество любовников, как в то время называлось, фаворитов, зашкаливало. Что ее детские, юношеские репетиторы и учителя были правы, она была еще та шалунья. Но давайте не будем более детально говорить о ее личной жизни. Мы можем, держа в руках такой яркий образец нумизматического искусства, скажу так, прекрасно понимать и изучать ее эпоху правления, ее влияние на государство,
как раз тот аспект, который я рассказывал в предыдущем видео. Невозможно, занимаясь плотно нумизматикой, изучая монеты, которые есть у вас в коллекции, ничего не знать или не ориентироваться в той эпохе. Ну, нужно быть абсолютно холодным к этому делу, наверное, чисто инвестором. У меня так не получается. Я, покупая какой-то образец, какую-то монету, всегда начинаю копаться, изучать, как жили люди в то время, в каком состоянии были финансы, насколько сильное было государство. Это все меня очень интересует и волнует. Чего я и вам советую. Надеюсь, сегодня я вас порадовал яркой монетой. Хочу немного подискутировать с вами в комментариях о Екатерине II, ее эпохе, ее монетах. Мне будет приятно это почитать. Ну а по старой доброй традиции желаю всем крепчайшего здоровья, нумизматической удачи и мира в наших странах. До свидания.